Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Данный обзор будет на проект DevZit. Предупреждаю, что проект является хайпом и рассчитывать на его стабильную работу не нужно, так как проект может закрыться в любой момент, а вы потеряете все вложенные деньги. Данный обзор является лишь информационным материалом, и мы никого не призываем вкладывать свои деньги. Всегда следите за комментариями к ролику или за нашим телеграм-каналом, чтобы понимать, какой у проекта статус на данный момент времени, и никогда не вкладывайте проекты, по которым еще нет обратной связи или проект уже перестал платить. Обязательно следите за рекомендуемой суммой вложений, не нужно ее превышать. Еще раз проговорю, что данные вложения являются высокорисковыми. Если вы хотите более надежные методы для заработка, изучайте соответствующий раздел нашего блога и выбирайте их. Сама компания сотрудничает с крупнейшими проектами в IT-технологиях. Средства используются на криптовалютных площадках. Стартовал проект 8 августа 2022 года. В данном проекте можно вложить денежные средства под 120% на 24 часа. Минимально можно инвестировать 10 рублей. Инвестируя в данный проект 10 рублей под 120%, выведем мы через сутки 12 рублей. Для того, чтобы сделать депозит, необходимо пройти регистрацию. Вы при регистрации указываете номер Payeer кошелька и придумываете пароль. В личном кабинете в левом столбе для того, чтобы внести депозит, необходимо перейти во вкладку «Мой заработок». Выбираете сумму, как я уже говорила, минимально 10 рублей или ставите больше, сколько планируете инвестировать. И жмем кнопку «Перейти к оплате». Оплатить можно электронной системой Payeer, Kiwi или банковской картой. Для того, чтобы вывести денежные средства в левом столбе, жмем вкладку «Вывод баланса». Выводить можно без комиссии с электронного кошелька Payeer, также с Kiwi и банковской карты. Минимально можно выводить от 1 рубля. И далее заказываем выплату. В данный проект мы инвестировали 100 рублей. Проверим вывод. Вы статус можете посмотреть ниже данного ролика в комментариях или в нашем телеграм-канале. Напоминаю вам, что проект является финансовой пирамидой и не стоит рассчитывать на его стабильную работу, так как проект может закрыться в любой момент, а вы потеряете все вложенные деньги. Данный обзор является лишь информационным материалом. Мы никого не призываем вкладывать свои деньги. Всегда следите за комментариями к ролику или за нашим телеграм-каналом. Ставьте лайк, если обзор был вам полезен. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!